Жили-были дед да баба. И однажды днем дед сказал такой: «Жрать хочу!» «Ну, пупсик, у нас нету пожрать!» «Найди!» Бабка по сусекам поскребла. Земли набрала. Красителя добавила. И получился у нее колобок. Готово! Да! На! Хавай! Для начала его нужно, короче, чтоб настыл. Понял? И дед с бабкой положили колобка на подоконник, чтобы он остывал. Но однажды колобок озрел и стал гигатядом. И колобок решил сбежать. Колобок катился по своим делам, чисто по приколу. Он катился и встретил медведя. Эй, колобок, я тебя сожру! Не жри меня, медведь! Почему? Потому что я знаю, как ты. Колобок победил медведя. Ну, наконец-то!